Спрогнозувати неважко. Цим літом буде великий перелом для України. Перелом буде досить болючим, він загостриться форматно, політично, соціально до осені. А зимою, хоча зима являється таким періодом випробувань в плані енергоресурсів і так далі, але вже українці навчаться за цей період альтернативно мислити. Я оптиміст і вважаю, що Україна чекає найкраще майбутнє. Ну, это зависит от тех решений, которые сейчас примутся. Например, США про поставку оружия в Украине. Вот, если это все-таки примут, то может все-таки будет какой-то поворот в событиях. А если нет, то, ну, я, честно, не знаю, какие вообще перспективы конфликта на Востоке, войны на Востоке. Вот, это все-таки зависит от того, чего хочет Россия. Мы победим, добро всегда побеждает зло. Путину все равно конец и так далее. Что, надо верить, что все будет хорошо. Мысль материальна, поэтому если все будут верить в добро, делать добро, стремиться, все у нас получится. По поводу войны, она, наверное, какое-то время еще будет продолжаться, потому что стороны, которые в ней участвуют, они еще очень далеки от каких-то своих конечных целей. То есть, которые они бы могли бы достигнуть и на этом, скажем так, прийти к какому-то между собой компромиссу. А явного перевеса сил у той или у другой стороны нету. Деякий час буде зростати, а потім, за логікою, мабуть. Дякую, все дуже позитивно. Не можна силуваним конем далеко не поїдеш, така приказка. Це означає, що якщо сьогодні проводити незрозумілі стандарти утримування якогось фальшивого, приболісній ситуації для України долара і казати, що він хороший, що він нормальний, що він ненормальний по відношенню до гривні. Цей долар вже був 20 гривень ще 2 роки тому. Дешеветь не будет точно, я думаю. Вот. Ну, расти. Если все будет плохо, то будет как в 90-х, как в середине 90-х будет атака. Карбонис будет, как карбонис летел вверх, так и гривна будет лететь вверх. Ну, назад на 8 он не вернется. Да. Дай бог, чтобы он стабилизировался. Каких-нибудь предпосылок для того, чтобы доллар остановился на текущем уровне, я не вижу. То есть доллар, к сожалению, будет расти. Таких пределов определить сложно, потому что, как я уже сказал, никаких предпосылок, ни экономического роста, ничего в стране для того, чтобы остановилось, не происходит.